Ну что, готов сокрушить афинян? Война ждет нас. Победа будет наша!
Волк вызывает к себе наемника. Мы прибудем через пару минут. К сожалению, он хочет видеть только его. Что? Я сказал, что волк желает... Я слышал, но не понимаю, почему. Таков был приказ. Что ж, ладно. Пожалуй, я займусь своими делами. Thank you.
Я легко с тобой справлюсь. Тебя. Ты неплохо дрался для наемника. Волк не любит ждать. Вот и все. Не знаю, что и сказать. Значит, мы обязаны победой тебе. Скажи свое имя, чтобы я мог поприветствовать тебя. Здравствуй, отец. Давно не виделись. Не может быть. Ты упал. Я не упал. Ты сбросил меня! Я сделал то, что требовал от меня спартанский долг. Я смирился с этим. Пора и тебе. Ты же мой отец. Ты должен был защищать меня. Ты совершил глупость. Вынудил меня. Мне пришлось спасать сестру вместо тебя. Оракул повелела убить Кассандру. Ее слово, закон, ты же знаешь. Больше ты не будешь прикрываться чувством долга. Хватит! Прошлое не изменить. Я спартанец и умру им. Наемнику, который принесет твою голову, полагается щедрая награда. Поэтому ты здесь. Тебе не убежать от прошлого! Пора ответить за все! Ты заслужил смерть. Но в мщении нет чести! Ты должен взглянуть в лицо прошлому, отец! И эта участь страшнее смерти. Я не выполнил свой долг. Не защитил тебя. Не спас вас обоих. Я любил тебя и твою сестру, как своих собственных детей. Но это не так. О чем ты? Этот вопрос лучше задай своей матери. Стой!
Найди свою мать. Зачем? Где бы Мирин ни была, она знает больше, чем я. Куда ты идешь? На поиски чести. Остерегайся змей в траве, Алексиус. Мне нужно уходить. Пора вернуться к Варнаве. Был твой последний выстрел. Ugh!
Тебе не победить! Сдавайся уже! Тебе не победить!
был так счастлив, когда Одесса вернулась домой. Готов узнать всю правду о том, что происходит? Готов. Надеюсь. Ты сказал, что я источник всех бед. Откуда мне знать? Вдруг ты уже все решил? Тайное становится явным. Да, так и будет. И я, наконец, смогу пройти путь Одиссея. А что насчет историй о любовных похождениях Одиссея? Что? Я таких не читала. Может, мы... Помнишь, я сказал о любовных похождениях Одиссея? О, я думала, ты будешь прямолинейнее и увереннее. Решил попробовать иначе. Мы поговорим о нас, но чуть позже. Ту записку написал правитель Мегариды. Где-то же можно узнать, чего он хочет. Ах, должно быть, у него дома. Сходи туда. Я добуду сведения. Да, скорее бы это закончилось. Есть идеи, что мне искать? Он самый влиятельный человек в Мегариде. Поэтому мне нужны доказательства того, что он меня преследует. Я найду, что тебе нужно. А потом? Я расскажу всем, кто захочет выслушать. Правитель не рискнет убить меня или отца, когда все узнают. Скоро вернусь с доказательствами. Мне нужно попасть в дом правителя и все выяснить. Будут искать. Нужно действовать осторожно. Come on.
наступление врага замедлится. Yes, sir.
он мой. Если меня тут заметят, будет плохо. А потом упал и напоролся на... Неудивительно. Палка была моя, так что я его убил. В этом письме говорится о поместье Одессы. Они хотят забрать его. Любыми средствами. Thank you.
Претендент на брак с Одессой погиб вскоре после их знакомства. Я на месте. В этом доме должно что-то быть. Надо быть осторожнее. Здесь очень много охраны. Ah!
Правитель Мегариды пытался устроить брак Одессы. Легкий способ завладеть поместьем ее отца. Здесь сказано, что Одесса нанимала кого-то еще. Но зачем? Наверняка мы уже близко. Нет тут никого. Говори, как что увидишь. Я все понял. Не могу.